Друзья, всем привет! Меня не было слышно аж 2 недели, на то есть ряд причин. Почти одновременно, с разницей в один день, у меня отказались работать винчестер и, что еще хуже, видеокарта. С винчестером вопрос я решил быстро, сейчас у меня стоит SSD-шник, а вот вопрос видеокарты я решаю. Сейчас друг мне отдал свою старую карточку, за что ему большое спасибо, но она не потянет игры, что я проходил ранее. Этот вопрос я решаю тоже, и ориентировочно через полтора, возможно, 2 месяца я его решу окончательно. Почему так долго, ты так спросишь? На то есть 2 основных причины. В конце года вложения требуют более важные моменты. И второе, я решил основательно подойти к решению этого вопроса и купить достойную видяху. Но с января видео будут выходить в обычном режиме. Так что не отключайтесь, всем огромное спасибо за терпение, поддержку и комментарии. Я все вижу и, конечно, стараюсь отвечать. Но есть еще один момент. И он, я думаю, даже более важный. Друзья, поздравляю всех с наступающим новым 2023 годом. Пусть старый год, уходя, заберет все то плохое, что произошло. Все плохие и отрицательные моменты. А новый год принесет много позитива и хорошее настроение. Я искренне желаю вам всем в новом году исполнения желаний, достижения целей, исполнения задуманного. Огромного здоровья вам и вашим семьям, вашим друзьям и близким, и даже, блин, кошки, собаки, если они у вас есть. Успехов во всем, удачи во всех движениях и счастья во всех фронтах. Счастья огромного вам в новом году, 2023. Спасибо, что вы есть, оставайтесь, будет интересно. Так, я пытался максимально кратко вас поздравить с наступающим Новым годом. И по традиции уже без лишних слов. Это Сибирь. Игра называется Сибирь. Это первая часть. Вот, как я сказал ранее. Та видяха, что мне дал друг, она не позволит сейчас серьезные игры тянуть. Но. Сибирь, она не такая простая. На самом деле, это очень-очень красивая и невероятно атмосферная игра. Поэтому, если ты проходил, тебе будет, возможно, просто приятно посмотреть, вспомнить. Если же ты не проходил, что тоже может быть, то, знаешь, да вообще не только ты, все усаживайтесь поудобнее, пристегивайтесь, мне кажется, будет интересно. Хотя пристегиваться не обязательно, здесь нет такой динамики, но есть невероятная красота, поэтому заваривай чаек или кофе. И без долгих вступительных речей, давай начинать. Новая игра. Новая игра, говорю. Так, ну вот мы, кажется, и прибыли во Владилену. Так, а кто я? Да, не рассказывается, видимо. Этот чемодан просто неподъемный, а я так устала. Неужели никто мне не поможет? Да сейчас помогут. Так, а это что такое? Подожди минутку, а почему?
Параметры возврата в игру новые. Так, возврат в игру. Ладно, сейчас мы узнаем имя нашего персонажа. Нашей героини, так скажем. Итак, добро пожаловать в Владилену. Слушай, я всегда Владилена раньше читал. Вот, а оказывается, Владилена город называется. Итак, мир механических игрушек. Поддавайте чувству восхищения, которое вызовут у вас великолепные пейзажи, окружающие Владилену. Блин, слушай, язык сломаешь. Чудесный крошечный городок, затерянный среди высокогорных альпийских лугов. Самые незабываемые впечатления оставит у вас знакомство с фабрикой Форальбергов. Вот я говорю, да, действительно, в конце игры нужно будет, наверное, идти к врачу. Чьей исключительной славе в мире изысканных механических игрушек и автоматов обязана Владилена своим процветанием. Семейство Форальбергов вот уже 800 лет передает опыт из поколения в поколение, совершенство искусства вдыхать жизнь в сложные, сложные сочленения валиков и шестеренок, составляющих их автоматы. Кстати говоря, на этом можно немножко, значит, заострить внимание. Они роботов называют не роботы, а автоматы именно. Там будет немножко момент с этим по игре. Так вот, творения Форальбергов поражали и восхищали всех, и детей, и взрослых. В Владилену приезжали люди со всех концов Европы, проделывая путь в 1000 миль ради возможности увидеть и приобрести одну из этих волшебных игрушек. Непревзойденное мастерство. Сердце заводного механизма – его мотор. Ряд валиков приводится в движение при помощи системы шестеренок. К валикам присоединены молоточки, которые создают звук. К молоточкам, в свою очередь, крепятся стальные трости, управляющие движением игрушки. Так, что у нас дальше? Процесс создания заводного механизма проходит 3 стадии проектирования, сборка механизма и создания корпуса. Он требует участия 12 различных отраслей промышленности. В лучшие времена мастерские фабрики Форальбергов одновременно обеспечивали работой более сотни мастеров-механиков, часовщиков, скульпторов, модельеров и портных. Ничего себе. Любые автоматы, произведенные Форальбергами, имеют 2 отличительные особенности. Высочайшую точность механизмов и характерный ключ для завода пружин. Вот этот вот крестообразный ключ, который мы видим у нас, да, в этой брошюрке. Разработка и последующая сборка каждой модели – очень тонкий процесс. Игрушки проще изготавливаются из местной древесины, в то время как замысловатые утонченные игрушки создаются из весьма дорогостоящих материалов, таких как, к примеру, эбеновое дерево с Мадагаскара. А вот это вот, кажется, кусок самого дерева, это понятно, но нужно запомнить этот момент, потому что там, мне кажется, будет приколюха с этим. Невзирая на влияние конкурентов из Азии, Форальберги никогда не поддавались искушению перейти на выпуск электронных роботов и неизменно продолжали творить волшебство вечного механического движения. Фамильный дар. Династия Форальбергов прошла многолетний путь, начинавшийся с изготовления простейших марионеток. Сейчас их творения столь реалистичны, что порой кажется, что они способны самостоятельно мыслить. Да. Так вот, первые упоминания о производстве Форальбергов восходят к, это какой, 13 веку. Несмотря на то, что самостоятельного кукольного производства в те годы еще не существовало, слава мастера-кукольника Германа Форальберга была известна даже при дворе императора. Вот так вот, на этой картинке, видишь, все понятно. Сразу, вот это, короче, император. Кто-то из вот этих двух нарядных, непонятных, где он там, Герман Форальберг. А вот марионетка. Знаешь, что будет интересно, если вот марионетка, а вот Герман Форальберг. Тогда вот это вот кто? Император? Ладно. Вот, слушай, все подписано. Из архивов источника художественного музея Лозанна, Швейцария. Ремесленник Герман Форальберг и его слуги подносят свои игрушки императору. Ну ладно, это точно не император получается. Разобрались. В 18 веке Шарль Форальберг основал в долине фабрику механических игрушек Форальбергов, что привело к значительному скачку в развитии местной промышленности. С тех пор известность Владилены и ее знаменитых игрушек неизменно росла. Шарль Форальберг с одним из своих творений. Большую часть всей продукции
в то время составляли театральные марионетки. Все из тех же архивов музея. Слушай, ты посмотри на эту марионетку, на ее лицо. Мне кажется, пора вызывать экзорциста. Знаешь, это не вот этот вот товарищ, Шарль Форальберг, управлял этой марионеткой, а все наоборот, марионеткой управлял. Ну да ладно. Начало 20 века стало золотым веком Владилены, что легко заметить по впечатляющей архитектуре фабричных зданий и городских сооружений того периода. Кстати говоря, на это я еще обращу не один раз твое внимание. Слава Форальбергов распространялась по всему земному шару, принося утонченные механизмы к восхищенным покупателям, в самом деле начинающим верить, что эти игрушки наделены своей жизнью. Слушай, какая-то мистика есть. Рудольф Форальберг руководил делами в лучшие годы фабрики Форальбергов. После Второй мировой войны судьба фабрики оказалась в руках дочери Рудольфа, Анны Форальберг. Вот к ней-то мы и приехали. Последней представительницы славной династии мастеров. Именно она с неизменным энтузиазмом вела дела со времен окончания войны. Анна вдохнула новую жизнь в производство, создавая истинные произведения искусства для настоящих знатоков и просто энтузиастов. Творения Форальбергов превратились в редкие коллекционные экспонаты, непревзойденные по мастерству даже сегодня механизмы, рожденные великим гением мастеров. Ну все. Брошюрка закончилась. Я понял. Так, Кейт, двигай. Не могу же я бросить вещи прямо здесь. Да ладно, не бойся ты, ничего страшного. Так, а ты кто такой? Привет! Эй, привет! Что это ты делаешь? Можно посмотреть? Нет, слишком сложный. У Момо работа слишком сложный. Так, я Кейт. А, так тебя зовут Момо, а меня Кейт. Момо как Ганс. Момо рисуй. Ганс? Не трогай Момо. У Момо много работы. Ты не покажешь мне свой рисунок? Нет, не готова. Уйди. А, так тебя зовут Момо, а меня Кейт. Момо как Ганс. Момо рисуй. Ганс? Не трогай Момо. У Момо много работы. Ты не покажешь мне свой рисунок? Нет, не готова. Уйди. Нормально он ее тогда толкает. Так, помощь. Помоги мне сумки донести, Момо. Я только что приехала. У меня тяжелый чемодан. Ты не поможешь мне отнести его в комнату? Момо сильный. Очень сильный. Только время мало. Момо занят. Вещи мои поднимай, Момо, блин. А, так тебя зовут Момо, а меня Кейт. Ганс? Не трогай Момо. Ты не покажешь мне свой рисунок? Нет. Ну, короче, понятно, он не хочет общаться с Кейт. Я, пожалуй, не буду тебе больше мешать. Да, он такой необщительный, а если уж и общается, то как-то странно. Что-то он сидит там собирает. Так, да как кто меня встречать-то будет? Давай, звони в колокол. Так, подожди, я знаю. Я, блин, все знаю. У меня есть ключ. Тут нужно... тут лежал ключ возле вот этого механизма. Слушай, ты уже как понимаешь, что... во всей игре будут механизмы вот этих вот Форальбергов. И придется над какими-то подумать. Это заводной механизм. И нужно, чтобы вот этот вот дядька, он больше на шоколадную игрушку похож, чтобы он ударил, конечно же, вот по этому колокольчику. Я не понимаю, это у меня так таскает? Звонарь. Иду. Ну, наконец-то. Усатый.
Я так понял, что я еще должен начинать разговор. Здравствуйте. Добрый день, мэм. Ну, погнали знакомиться. Я бы хотела получить комнату. Моя компания должна была заказать для меня номер. Я Кейт Уолкер из Марсона Лармонт. Разумеется, мисс Уолкер. Для вас приготовлен 6-й номер на 2-м этаже. Спасибо. Так, помощь. Вы не могли бы мне помочь с багажом? Пожалуйста, простите меня, мисс Уолкер. Гости у нас в последнее время так редкие, что мы скоро совсем разучимся их принимать. Так вы та самая гостья из Америки? Это правда, что у нас поговаривают? Вы в самом деле приехали, чтобы купить фабрику? Не фабрика. Дом Анны. Дом Ганса. Что ты сказал? Да успокойся же, наконец, мерзкий мальчишка. Наш городок, должно быть, разочаровал вас. Видите ли, мисс Уолкер, сегодня у нас горестный день. Сегодня похороны мисс Анны. Момо грустный. Только Ганс не мертвый. Ганс далеко. Анна так говорит. Анна любит Момо. Очень-очень. Хватит, Момо. Прекрати надоедать, леди. Проваливай отсюда, слышишь? Проваливай. О, психанул, смотри. Рассыпал свои штучки. О чем я? А, да, мисс Анна. Такая потеря для Владилены. Она скончалась, и теперь фабрика закроется. Но ведь вы приехали как раз для того, чтобы не допустить этого, верно? Наше будущее в ваших руках, мисс Уолкер. Как Анна Фаральберг умерла? Вот ваша комната, мисс Уолкер. Надеюсь, она вам понравится. Я вас пока оставлю. Отдыхайте. У вас впереди много работы. Вы знаете, продажа фабрики – это для нас очень радостное известие. Если бы вам только довелось видеть Владилену раньше. Это был чудесный город. Люди съезжались со всего света, чтобы купить наши автоматы. А, кто-то оставил для вас письмо. Ну что же, мисс Уолкер, если вам что-нибудь понадобится, вы знаете, где нас найти. Нас? Он что, там не один? Так, как я и говорил ранее, давай-ка вот прогуляемся по этой гостинице. Во-первых, слушай, мне нравится гостиница, это что-то невероятное. А эта гостиница очень круто сделана. Смотри, есть изображение даже последнего, ну почти последнего из Фаральбергов. Позже мы узнаем, кто это. Но, кстати, а чё узнавать позже? Подожди, нет. Так, это возможности, подожди. Ага. А где брошюра? Да, смотри, как его звали? Рудольф. Это Рудольф. На стене висит. На стене висит Рудольф. Ладно, давай чемодан посмотрим. Это мне сейчас не нужно. Ты пришла, весь день шла под дождем, и тебе не нужно ни переодеться, ничего? Это мне сейчас не нужно. Ну хорошо, в душ тогда пойдем. Пойдем в душ, Кейт. В душ, говорю. Там мне нечего делать. Ты, блин, гонишь, ты с дождя там пришла. С улицы. Делать. Ботинки даже не снял, ладно. Грязнули, я тебя понял. Грязная Кейт. А читать кто будет? 17 апреля 2002 год. Слушай, как давно это было. Кому Кейт Уолкер от Эдварда Марсона? Итак, Марсон и Лармонт. Юридическая практика. Так. Ага, Нью-Йорк. Я понял. Так, здравствуйте, Кейт. Мы получили письмо от нашего клиента компании «Игрушки по всему свету». Они с нетерпением ожидают результатов диалога с Фаральбергами.
и рассчитывают получить права на фабрику в ближайшем будущем. Мы полагаемся на вашу высокую квалификацию и надеемся, что переговоры с владелицей фабрики госпожой Анной пройдут успешно. Напоминаю, что игрушки по всему свету – международный монополист на мировом рынке игрушек. Для нас это очень важный клиент, а для госпожи Форальберг – великолепная возможность выгодно продать фабрику. Вам следует напомнить об этом госпоже Форальберг. В том случае, если в последний момент перед подписанием соглашения она начнет колебаться. Не сомневаюсь, что вы оправдаете мои высокие ожидания, Эдвард Марсон. Ну, это я так понял, что ее директор, насколько я понимаю. Кстати, подожди. Нужно минутку. Рассказать Марсону о смерти мисс Форальберг. Надеюсь, это дело не усложнит. Мне не терпится вернуться домой. Да, конечно, не усложнит. Все на самом деле просто, но... Давай-ка, подожди, позвоним, наверное. Итак, 12-458-902. 12-458-902. 12-450. Так, подожди. 12-458-902. Да что такое 902? Компания Марсон и Лармонт. Здравствуйте. Это Кейт Уолкер. Соедините меня, пожалуйста, с мистером Марсоном. Минуточку. Алло, Кейт? Ну, рассказывайте, как там у вас дела. Я только что приехала во Владилену, мистер Марсон. К сожалению, тут возникла небольшая проблема. Мисс Форальберг скончалась. Действительно, очень жаль. Но мы предвидели и эту печальную возможность. К тому же у нее ведь нет наследников. Да, это так, но что мне теперь? Так в чем проблема, Кейт? Идите к нотариусу. Секретарша вам сейчас вышлет факс с его адресом и рекомендательным письмом. Хорошо, мистер Марсон. Отлично, Кейт. Держите меня в курсе, окей? Я только... Ух. Слушай, ну на самом деле, насколько они молодцы, да? И грамотно все решили. Предвидели, я бы даже так сказал. Так, подожди, а как отсюда выйти-то? Да. Подожди, еще можно, знаешь, что сделать? У меня же есть записная книжка. А, так, Дэн, офис. Слушай, я зря телефон запоминал, тут есть он. А, мама, Оливия, Дэн. Блин, слушай, напиши свой номер в комментарии. И, возможно, через несколько серий тебе позвонит Кейт Уолкер. Смотри, будет 8, что там, наверное... 999 какое-нибудь такое. Тебе позвонит Кейт, понял? Так, ладно, свет выключи. А свет не выключается. Слушай, прикольная лампа. Да все здесь прикольное. Вообще вся игра прикольная. Очень красиво сделано. Так, я понимаю, что она, наверное, и в кровать-то не будет ложиться. Да, и переодеваться не будет. На это мы с тобой не посмотрим. И в душ она не пойдет тоже не посмотреть. Ладно, я понял, Кейт. Я тебя понял. Давай прогуляемся по этому мини-отелю, посмотрим, что там. А здесь некуда идти, да? Давай сюда. Так. Давай зайдем к соседям в гости. Там мне нечего делать. Ай, почему-то я и не очень-то удивлен, что тебе там нечего делать. Не хочет знакомиться, но я, знаешь, я понимаю ее. Она с Нью-Йорка притащилась, блин. Швейцарию, в непонятный маленький городок Валаделена, чтобы заключить договор. И вообще-то она, наверное, рассчитывала, что будет все быстро. Ну, тупо она пришла с этой Анной, встретились, попивайсику бахнули в баре местном, пришли потом к ней или в номер Кейт, подписали, обнялись, пожали руку и все, и Кейт уехала. А вот ни хрена. Знаешь, мне кажется, Кейт думала, что она справится за один день. И ну это вот, я снова ошибка здесь. Ее. Мисс Уолкер. Слушай, как язык ломает и слух на самом деле режет вот этот вот Уолкер. Почему не Уокер хотя бы? Ну, Уолкер как-то Форальберг, не знаю. Так, ладно, задача. Скажите, на мое имя не приходило факса? Может быть. Я, кажется, слышал телефонный звонок. Может быть, стоит пойти проверить? Да, как-то бы. Разумеется, мэм. Сию минуту. Благодарю.
не стоит излишних благодарностей, Кейт Уолкер. Погнали, 17 апреля, второй год. Уважаемый мэтр Альфольтер, ну, естественно, я, честно говоря, не ожидал более простого. Вас, несомненно, информировали, что мы отвечаем за ведение переговоров и передачи прав на фабрику Форальбергов нашему клиенту компании «Игрушки по всему свету». Недавно нам стало известно, что, к нашему глубочайшему сожалению, ну, конечно же, скончалась управляющая и владелица фабрики госпожа Форальберг, с которой мы начали переговоры. Мы не сомневаемся, что перед кончиной госпожа Форальберг оставила вам соответствующие инструкции, позволяющие завершить сделку. Мы считаем своим долгом напомнить вам о том значительном вкладе в экономическое развитие региона, который внесет появление представительства американской международной монополии. По этой причине мы уверены, что вы окажете теплый прием нашему представителю мисс Кейт Уолкер. Искренне ваш Эдвард Марсон. Ну, в теплом приеме, под теплым приемом, конечно же, подразумевается, чтобы тот без лишних вопросов взял, да и подписал все необходимые документы. Спасибо. Всегда к вашим услугам. Так, Момо. А что за мальчик тут рисовал за столом? Ваш сын? Нет, нет, упаси Господь, вовсе нет. О-хо-хо, это вовсе не хулиган какой-нибудь, вы не думайте. Просто у него немного не все дома. А как он связан с Анной Форальберг? Момо у нас вроде местного дурачка, и Анна взяла его под крылышко. Должно быть, он напоминал ей брата. Ну и рыбак рыбака видит издалека, верно? Вы хотите сказать, что у Анны Форальберг тоже было не все в порядке? Боже упаси, нет! Нет-нет, конечно нет! Просто она была очень одинока, замкнута, вот и все. Слушай, вот в первой части, в этой игре, значит, по диалогам момент есть такой, что можно дважды, а можно даже трижды, и я думаю, что даже 10 раз можно прослушать одно и то же. Во второй игре это исправили, потому что там после прослушивания диалога у тебя он исчезал, уже как из активных. Вот, поэтому я, честно говоря, не знаю, что именно здесь мне слушать. Ну, слушай, помощь, понятно, не нужна, задачу мы решили. Она уже представилась, про Ганса нужно узнать, про маму мы узнали. Про Анну тоже, по-моему, я с ним общался. И про автоматы, давай про Ганса. Нет, давай сначала про автоматы. Да автомат, я же нашел. Мне так нравятся эти маленькие роботы. Их здесь, похоже, тысячи. Вот, слушай. О, пожалуйста, выражайтесь аккуратнее. Автоматы Форальбергов — это вовсе не роботы. Если вы хотите, чтобы к вам здесь хорошо относились, никогда не произносите это слово. Хорошо. А в чем разница между автоматом и роботом? Ну, честно говоря, никто не знает. Да, никто не знает. Очень информационный ответ. Так, Ганс. Тот мальчик, что сидел здесь, говорил о каком-то Гансе. Вы не знаете, кто это? Момо говорил о Гансе Форальберге, младшем брате мисс Анны. Но он давно умер. Никто здесь никогда не видел его. Никто его никогда не видел. Ну, слушай, получается, что Кейт Уолкер, или же мы, наш главный герой, наша главная героиня, даже будет правильнее сказать, приехала в Владилену с пакетом документов, который подтверждал бы покупку местной фабрики у некой Анны Форальберг. И, собственно говоря, фабрика бы обрела новых владельцев игрушки по всему свету. Но как только Кейт вошла в город, она попала без приглашения, так скажем, но на церемонию похорон той самой Анны. Но у нее на работе это все предвидели заранее. Ну, слушай, юристы, видимо, не один десяток лет со спиной стажа. И они подготовили специальный документ, в случае которого Анна Форальберг хлопнет ладоши, чтобы беспрепятственно все же заключить договор. И смерть Анны никак бы не повлияла. Но тут уже неоднократно вылезает имя Ганс. Это ее младший брат, который, я так понимаю, в детстве умер.
Ну ладно, сейчас все узнаем. Точнее, сейчас все будет. Пойду прогуляюсь по владелине. До свидания. Как более вам будет понятно. Угодно, мисс. Вот, кстати говоря, сейчас сегодня 31 декабря. А, подожди, он же что-то там уронил. Точно, я вспомнил. Малек что-то выкинул. Психанул еще так, как он стол не перевернул. Потому что я не помню, есть ли в первой части снег. По-моему, нет. Блин, нет вот этого новогоднего настроения. Точнее, не так оно будет... Ты не все подняла, по-моему, нет? Не так оно будет передаваться. А вот во второй части, по-моему, как раз-таки точно есть. Блин, и было бы, наверное, разумнее вот в этом плане начать со второй части. Ну, понял, типа Новый год. Сегодня 31-е, кстати говоря. Всех, кто... только присоединился к нам, только сейчас начал смотреть и слушать. Всех с наступающим Новым годом, если вы смотрите еще 31 декабря до наступления 12 часов. Или 00:00. Так, здесь мы все посмотрели, брошюрку взяли, с усатым поговорили. Подожди, оплачено не собирается одевать, нет? Наверное, нет. А там и дождь, наверное, уже кончился. Да, точно. Вот и опять же, вот помимо архитектуры, помимо всех вот этих вот красивых, невероятных вообще вот этих вот мест, которые есть в этом прекрасном городе, здесь и во всей игре вообще очень-очень красиво сделана музыка. Слушай, я очень люблю Морвин, и я всегда буду это считать лучшей игрой, но я думаю, что Сибирь может смело претендовать на второе место по красоте игры, по интересу сюжета и по... красоте музыкального оформления. Так, ты ж бегать можешь, пробегись, ну. Лентяйка. Так, тут есть местный житель, но разговаривать в этой серии, во всяком случае, я пока с ним не буду. Сейчас уже подходит серия к концу. Дамы и господа, я просто покажу городок. Вот, так скажем, знаешь, на ходу. Пробегая мимо. Потому что архитектура очень-очень красивая. Как и музыка. Разрешение бы, конечно, чуть побольше. Так, а это повар, походу. Кстати, можно с поваром поговорить? Она не ела ничего, кстати, как и я. Ну, вообще-то праздник на носу. Новый 2023 год. Здравствуйте, вы открыты? Можно у вас купить пару булочек? Боюсь, что нет. Магазин закрыт. Я могу подождать. Да, конечно. Но мы будем закрыты весь день. Сегодня у нас траур. Простите, примите мои соболезнования. Пожалуйста. Это все из-за кончины мадам Форальберг. Все магазины закрыты. Указ мэра, знаете ли. Заходите завтра. Завтра меня здесь уже не будет. Что ж, очень жаль. Да, да, Кейт. Ладно, слушай, давай вот на вот этих вот пару булочках и закончим на сегодня, во всяком случае. Слушай, еще раз спасибо за комментарии. Еще раз тебе, всем вам, всем нам спасибо за просмотры, за активность на канале, за терпение. Как я уже сказал ранее, я решу этот вопрос чуть позже, с видеокартой имеется в виду. Но эту игру я пройду до конца, потому что она очень крутая. Мне эта игра очень нравится. Я думаю, понравится тебе, если ты ее не видел. А если же ты уже ее видел, или уж тем более играл, то не лишний раз будет вспомнить эту прекрасную игру. В завершение хочу еще раз всех поздравить с наступающим новым 2023 годом. И пожелать, конечно же, счастья, самое главное. И здоровья, хорошего настроения и успехов во всем. Всем спасибо за просмотр. Увидимся уже в январе, уже в новом году. Всем пока.